так, ну, как бы нет, не общаемся. Так, так, так. Почему так много матом ругаешься? Потому что, блядь, хочу я так. Я один не смотрел, дом два. Серёж, я всегда знала, что ты уникальный человек, но чтоб настолько. Вам нравится жить в Москве? Ну, есть свои плюсы, есть свои минусы. Так, кто мне там факи тычет? Засунь себе в жопу. Так, заблокировать. Заблокировать. А вот, и что я хотела сказать насчет Москвы. Ну, есть свои плюсы, есть свои минусы. Периодически отсюда надо сваливать. Крутая одежда на тебе, вся стильная. А, да, это у меня платье. А, кстати... Да ёб твою мать, такая скотина, ты вредная. Ты что сегодня вредничаешь? Иди сюда. Иди. Иди сюда. Иди. Иди. Всё. Ну все, ну ложись, обнимусь. Обнимусь, целуюсь. Чувствую мою собаку. А, вот. И что? Ну, из Москвы периодически надо подсваливать. Украшения. А, вот, одежда. Одежда Паши Воли. Коллекция. Это вот платье такое. В каком университете учились? В Украине, в Гринченко. Сейчас в каком учусь, скоро пост сделаю. Так, не жалко было терять браслет. Ну, а вот этот браслет, ну как, не, ну минус 4 миллиона, это как бы обидно. Но учитывая, что это подарок бывшего был, и как бы просто, ну как бы я к этому так философски отношу. Вообще, ну типа там к вещам, к украшениям. Ну то есть, если я потерялся, значит так надо было. Значит, подарят мне 5 таких браслетов еще, Cartier этих. Ну что, разорвалась связь с бывшим наконец-то, все. Как относишься к тому, что Россия один... Слушайте, я по политические истории я сейчас не буду обсуждать. Я знаю Леру за ее красоту, что это просто нереальной души человек. По проектам не видел. Сереженька, ты мой хороший, как приятно. Сколько у меня животных? 4. 2 кота, 2 собаки. Что люблю из еды больше всего? Мясо, морепродукты. Какой специальности училась? Первое высшее образование у меня тележурналист, второе юридическое получаю. С браслетом грязь ушла с глаз и прочая фигня. Да кто меня взглазит? Я сама, кого хочешь. Так. Да что такое? Какой вид наращивания волос посоветуешь? Мои тонкие, редкие. Опять же, все индивидуально, у каждого свои волосы. У меня, допустим, было капсульное, и вот под капсульными у меня отросли вот мои волосы, у меня же не нарощенные, у меня свои. Вот, и мне подошло капсульное. Я делала и голливудское дело, которое на колосок приплетается этот тресс, и ленточное я делала. Мне лучше этот... Как вы достались с этой собакой с сутулой бородиной? У Сережа, я тебя все больше и больше люблю. Как мама моя? Отлично, спасибо. Боже, как я его люблю, вы бы знали. Вы бы знали, как я его люблю, бляха, муха. Так бы съела бы. Слышите, как он кряхтит? Смотри, сейчас тихо будет, смотри. Сейчас. Он еще сильнее говорит, да не балуй. Так, когда пост про вуз? Ну, я думаю, в ближайшее время сделаю, да. А если девушка хочет оплатить за меня и за себя на Мальдивы, значит, ты мудак, если за тебя девушка хочет платить. Нет, не стрёмно. Ну, если ты стрёмный сам по себе, то для тебя, может, не стрёмно. Как думаете, детишкам полезно общение с животным? Обязательно. В обязательном порядке, потому что это приучивает детей и к ответственности, и как заботиться, как ухаживать, дисциплинирует. Так, 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 так. Подожди, хэпичку. Угу, угу. Так, все. Отлов пошел у меня. Где делала виниры? Все работает. Виниры я делала в Киеве много лет назад, лет 6 назад. Так, так, так. Так, так, не привычно видеть тебя с формой ногтей, да. Ну, я их в четверг буду переделывать, чуть короче сделаю, потому что неудобно уже. Красное хочу сделать опять.
С Магой вопрос закрыт. С Магой вообще все открыто всегда. Дай номер девушки. Какой девушке номер тебе дать? А, так, если живешь с парнем, а он говорит, ком пополам, типа платить пополам или что, не поняла. Если такое говорит, то ужас. Сам по себе я симпатичный, этим и беру, и мужественный, но деньги быстро на себя всегда трачу, и на тёлок не остается. Фу, ну ты и чмошник. А, Лера, здравствуйте, скучала по вашим эфирам. Благодарю, мне очень приятно. Ну, я не заходила из-за того, что вот у меня, видите, оповещения не приходят, это вот... А, коммуналку еще напополам. Ужас какой. Вот, и, короче, и у меня оповещение, видите, сейчас сколько, 200 человек в эфире, а у меня, типа, оповещения не приходят. Поэтому это надо, видимо, заранее просто, ну, типа, говорить, когда будет прямой эфир. Потому что я, типа, из-за этого не заходила. Ой, смотрите, какое украшение. Так, такие длинные докрасы. Не, я квадрат не буду делать, я буду оставлять эту же форму. Вот. И что? Я тебя троллю, как ты потроллила Исму. Чтобы меня потроллить, надо опыта набраться. А у вас пока его недостаточно. Нужно троллить так, чтобы человек понимал, что ты его троллишь, и терялся. А у тебя с этим пока так себе. На троечку. Через сколько начала уверенно ездить за рулем? Бум-бум. Где-то через полгода, наверное. Как с учебой, что сейчас проходишь? Ой, сейчас у меня как раз уже зачеты и экзамены я сдаю. Вот сейчас, час назад сдавала зачет. Он на время был. И я что-то, короче, ну я наполовину всего лишь правильно ответила. Последний подарок от мужчины. Любовь и ласка. Свои подарки считайте, ну чего вы как это. Я, если что-то хочу, выставляю, хочу, не выставляю. Еще я буду сейчас рассказывать, что мне когда дарили или... Как думаете, какие украшения должны быть на девушке средние финансы? Ну, средние финансы какие? Так. Лера, давно делала грудь? Устрою. Я не делала грудь, у меня своя грудь. А, сиськи сделаны, это уже отстой. Последний подарок. Я огонек денег Лере подарил. Да. Ты мне регулярно даришь подарки. Так. Дом строится. Тоже уже на эти моменты отвечала. Как считать, хорошо ли быть любовницей? Ну, для мужчины, у которого есть жена и любовница, прекрасно. Для... Боже, а понтов-то сколько в тебе? Ну, могу, блядь, себе позволить. Есть чем понтоваться. А вот. И, ну, а для девушки, ну, у каждого же свои, понимаете. Самое не... Хотя есть такие жены, которые они себе гуляют, мужья себе. Это... Ты, наверное, одна в Москве со своей грудью. Наверное. Так. Блокируем. Так. Что посоветуешь девушке при переезде в Москву? Головой думать 24/7. Не отчаиваться, если что-то не получается, а будет многое не получаться. Выбирать правильный круг общения. И быть всегда начеку. Сделанный отстой, а быть доской топ. У меня своя уверенная двушечка с половиночкой, стремящаяся к пятерочке. А ты идешь в блок. Так, заблокировать. Я, кстати, на этой странице, основной же аккаунт заблокирован, Лера Фрост. И на этой странице, часто у меня там, я и не блокировала. То есть у меня там дебилов было очень много. Особенно в прямом эфире, когда я заходила. Все, поприходили мои дебилы и сюда. Ну ладно, будем блокировать. Вот, и я очень была рада в моменте, когда у меня аккаунт тот, получается, снесся, да, снесли. И когда я эту страницу сделала, я была прям в моменте рада, потому что, часть дебилов, которых я сейчас, допустим, блокирую,
А они, типа, ну, как бы потерялись. Ну, не каждый же там будет, типа, прописывать. Ну, понятно, что многие искали, типа, куда я делась, где моя эта страничка. Вот. И, но здесь я блокирую, потому что вот такие вот потом пакостить могут мне. А мне не надо пакостить, вам же лучше. Так, ладно, идем дальше. Так, любимая фраза по жизни. Нет, ну вообще у меня цитата и девиз по жизни: иди только вперед, сбудется твоя мечта. Но если что-то из такого, из интересненького, надо подумать, кстати. Какая моя настоящая фамилия? Я по паспорту Демченко Валерия Владиславовна. Часто ли тебе говорят, что ты палку перегибаешь? И есть ли вопрос? Есть вопрос? Так, еще вопрос. Можешь ли ты позволить себе неуважительное отношение к обычному персоналу? А по поводу перегибания палки мне мама говорит это часто, потому что иногда я бываю борщу, и у меня нет такого, типа, не могу остановиться вовремя. По поводу неуважительного отношения. Никогда в жизни я себе не позволю этого и не позволяла. И я презираю людей, которые относятся неуважительно к персоналу. И для меня один из ключевых факторов, и, кстати, вы тоже себе это отметьте, допустим, в мужчине, как он относится к персоналу, как он относится к официантам, как он относится там, к заправщикам, там, не знаю, к гардеробщикам и ко всем, ну, то есть к людям, которые так работают. И как бы если... И вообще это очень сильно характеризует человека, если он относится к обслуживающему персоналу неуважительно. Последний сериал смотрела «Почку». Когда восстановят тот аккаунт, сроки восстановления. Я, ну, как бы его что-то занимаются им, но я, честно, уже как-то и забила на это. Снималась в «Гусаре», 100 раз пересматривала. «Ты в бассейне» или нет? Да, это я снималась в «Гусаре». Когда Харламов из бассейна, типа, выпрыгивает, да. Где выбирать круг общения? Где в клубах? Я в клубы не хожу, я не знаю, где ваш круг общения. Какие женские имена нравятся? Ева, София, Моника. Отсоси у слоника. Господи. Так, ладно. Все же считают нужным... Нагадить уверенной и достаточно самодостаточной женщине. Да пусть гадят, они же сами в этом говне. Так, губы огонь, что за игнор на мои сообщения, до свидули. Так, до свидули тебе, блокируем. Будто она мне тут досвидулькать. Где училась, отвечала. Существует ли женская дружба, ваше мнение? Да, но редко. То есть единичные случаи. Как не думать о человеке, с кем не по пути? Не думай. Просто бери и не думай. Привет, скинула ссылку твоему другу. Он же мне уже... Кому вы там уже что скидываете? Так, Лера, вы человек с большой буквы. Благодарю вас. Минеев или Исма? Однозначно Минеев. Понравился сериал «Почка». Ну, раз посмотреть можно, что-то в нем есть. Так, любишь готовить под настроение? Ну, я готовлю хорошо, и если есть настрой, то да. Бывает такое состояние, когда ничего делать не хочется, только лежать. Если так, то долго... Конечно, бывает. Я вообще люблю поспать, полежать, и чтобы меня никто не трогал. Это вообще... Так, вот все говорят понты, понты, а человек хорошо относится к людям. А люди просто те, кто говорят, что понты... Понимаете, человек, когда... Прошу прощения. А человек, который... так реагирует, ну, то есть этот человек, его пожалеть стоит. Ну, прикинь, вот ты, вот я бы, допустим, или ты бы, там, если ты нормальный человек, сидела бы у кого-то бы и вот такие вот гадости писала бы. Ну, или вообще, в принципе, какие-то вещи такие непонятные чужому человеку, ну, который меня знает, не знают. Я вообще под дурочку всегда кашу и, знаете, многие и не знают, какая я на самом деле. Потому что если все будут, всем я буду свою душу и сердце раскрывать, меня же на всех не хватит. Так, так, так. Я помню, после блока вы даже в ВК сидели какое-то время, ваша аудитория вас найдет. Ну, я, да, нет, я ВКонтакте зарегистрировалась тогда, когда, помните, был момент, когда Инстаграм, Фейсбук, что-то там, типа, заблокировали или что-то было. Так, сериал какой посоветую, книгу из последних. Книгу я всем рекомендую прочитать. «Тайна Ронды Бёрн», сериал...
Да я не знаю, ну смотря что вы любите. Ну как я так? Сколько квадратов дом будет? А вы что, в гости собираетесь? Или собираетесь мне ремонт сделать? С какой целью интересуетесь? Красотка, спасибо. Какие мужчины русские? Пизжи, русские или дагестанцы? Буллинг на работе, задолбали. Сейчас думаю, хотела сказать одну фразу, думаю, так сейчас начнут этот эфир, мне потом заблокируют. Ну, вообще нормальные люди уходят оттуда, где им плохо. Буллинг на работе. Значит, допустили. Надо было сразу зубы показать, и ничего по вас не булили. Зачем тот аккаунт и на этом за пару месяцев 350 тысяч набрала? Обожаю тебя, свою харизму. Нет, ну было бы прикольно, если бы на том у меня сколько было? 600 с чем-то тысяч. И на этом было бы. Вот. Общаетесь с кем-нибудь из бревна? Нет. Как относишься к Собчак? Раньше говорил, восхищаешься. Очень сильно. Мне действительно. Нет, как личность вопросов нет. Она действительно как бы крутая, интересная, и в этом плане вопросов нет. Но я заметила такую тенденцию. Я просто не люблю. Опять же, вот возвращаемся к моменту касательно отношения человека вот к персоналу, либо там, как он относится к другим людям, да? И я заметила какие-то, вот когда интервью смотрела Собчак, когда у нее в зависимости от гостя меняется она. Мне это дико не нравится в людях. То есть я, какая я есть, я и с заправщиком, и с олигархом, и со спортсменом, и со студентом. То есть я со всеми одинаковая абсолютно. То есть нет никаких отличий в плане общения. А она вот, ну, видно, кого она, ну, типа, кого она может прижать, она прижимает. А перед кем-то, перед кем надо прогнуться, она прогибается. Ну, то есть вот эти моменты мне не нравятся. И из-за этого я как бы поменяла о ней свое мнение. Не меняют мнение, кстати, только идиоты. Так, не хватало твоих эфиров, заходи почаще, спасибо. Правильно говоришь, Лера Фрост. Так, так неприятно было смотреть, что Вузов так написала, деньги дно. Ой, бедное дно. Так, ладно, это я не знаю. Как она принимала ли участие? Я принимала марафон у той же Блиновской. Я знаю, что это работает. У меня у самой есть серия марафонов. Я, ну, как бы это знание в любом случае, при любом раскладе, это знание, которое вы получаете, понимаете? И у кого-то эти знания как бы работают, у кого-то нет, потому что все в вашей башке. А видишь себя мамой девочки или мальчика? И мальчика, и девочки. Про Саньку и Мамаеву. Я не понимаю, вы мне уже десятый раз пишете вот это Саньку и Мамаеву. Что мне, кто, про что, про кого, не пойму. А бывшая звезда никак не отстанет. Все что-то обсуждает, как бы ты себя вела. Бывшая вашего парня или что, я не пойму. Если так, то вообще-то ваш парень должен этот вопрос закрыть. Сериал «Бывшая» смотрела. Да, смотрела, нравится. Помню, у тебя в друзьях ВК. Как ваши девочки прошли марафон? Да, очень довольны, класс. Так, как думаешь? Так, что? Не понимаю, о чем, что я думаю насчет... Ой, Арманчик, привет, привет. Так, Лера смотрела. Нет, я турецкие сериалы не смотрю. Так, с Шароном мы не общаемся, пути разошлись. Ну, как бы... У меня свое, у нее свое, я даже не знаю, что там и как. Как можно начать зарабатывать? Жопу поднимаешь с дивана и идешь зарабатывать. Так, подождите, у меня тут что-то все напуталось. Украинская певица. Лобода. Лобода. Тина Кар. Ну, хотя Тина Карли как бы так, спокойно я к ней. Ну, Лобода, наверное. Пользуйся фильтрами FaceApp. Конечно. Как сильно отрастил волосы? Я отрастила их под нарощенными. К Веронике Степановой прекрасно отношусь. Так. Нравится Майбах? Хотя нет. Мне, ну, как бы нет. Мне салон Майбаха нравится. Понятно, что уровень машины классный, но себе бы я не хотела. Это чисто бизнес-машина. И с водителем разве что. Но я с водителем не могу ездить. Мне не нравится. Я не люблю. Да я поняла, что мама футболист. Я поняла, просто не могу... Так, прекрати. Я уже ответила на этот вопрос. Я просто не могу понять, в чем вопрос насчет Мамаевой. Ну, что к чему, я причем, я ее знать не знаю.
А, так, сериал больше нравится. Так, брови синие. Так, как тебе Бузова? Я к ней прекрасно, нормально отношусь. А, счастливый я человек. Конечно же, приглашали звезды в Африке. Каким боком я к звездам к Африке? Еще в Африке меня не было. Так, правда, что некоторые блогеры платят, чтобы просто сделать фото в дорогом... Чё? Впервые такое слышу. Встретилась с Николаем Лукашенко. Ой, вы знаете, где фигурирует фамилия Лукашенко, лучше шутки не шутить. Я уже не... Это... Ну нафиг. Я с Славой Комиссаренко поговорила на разные эти темы и решила эту тему упустить. Как я скучала по своим, по твоим эфирам. Что думаешь насчет возобновления отношений между Сутулой и Жужей? Во-первых, ой, давайте финально, вот, ну, типа, один раз. Я просто не... Мне вопросы-ответы этот вопрос задавали по поводу примирения этих подружек. Это, знаете, ждем каких-то, точнее, вы ждите каких-то новых моментов. Та просто понимает, что у нее что, все, мужика нет, а Жужа для нее уже как бы это, не вызывает никакой опасности, понимаете? А тут, зная эту сутулую мстительную даму, как бы там потом не... Была же история, что типа Курбан изменял с этой же, да, с Жужей. А теперь Борода как бы там может ответочку да принести, поэтому Жужа пусть не расслабляется. Ай, так, тату есть на запястье, да ничего не больно. Ну, было это же давно. А, чаще выходи в эфиры. Вот если вы будете писать эфиры, то я тогда вообще выходить не буду. Так, если мужчина не пишет тебе сообщение, то что ты хочешь меня спросить? Хлопай сто, Лера, обожаю. Ну, просто, я же говорю, знаю подлую натуру Сутулой. Месть подается холодной. А она максимально мстительный человек, поэтому все может быть. Так, ладно, все, давайте. Я больше на эти темы не завожу разговоры. Так, борщ или роллы? Конечно, борщ. С кем? Не поняла. Лерочка, ты крутая, спасибо, классная. На маму или на папу похожа? Да я, наверное, это, наверное, я сборная солянка. И мама... Так, все заработало или нет? О, начинается. Вот так всегда. Меня спрашивают, я отвечаю. Ответила, тема закрыта. Идем дальше. А сейчас у меня идет отлов. Сейчас я блокирую. Так. Блок. Это, знаете, это у меня вот это, тот, что был мой ответ, это был капкан для долбоебов. Теперь они все вылезли, а теперь я их этот отлавливаю и блокирую. Это вот эти люди, которые не в комментарии мне гадость не будут писать. Так, амбассадор Облаков. А, ну я с Акбаром в хороших отношениях, да. А, так, если вообще раньше не писал и не пишет ответ. Короче, вы меня запутали. Напишите одним вопросом. А, снится ли вам ваш дедушка? Ну, бывали, конечно, случаи, да. А, верите ли вы в негатив, порчу? Красиво выглядите. Знаю, что ко мне ничего не липнет. Поэтому вообще штука эта есть. Но я знаю, что кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет. Так, слухи про кого? Так, так, так. Если парень внешне не очень, а его отношение ко мне идеально, ты бы стал продолжать отношения или внешка важна? Так я уже говорила, вот вопросы-ответы я делала, опросник, внешность вообще не важна. Ну, то есть для мужчины внешность, ну, как по мне, понятно, что он должен быть приятный, да, не лысый, толстый, там, страшный какой-то уродец, но, ну, типа, красивому мужчине вообще, ну, типа, девушка должна там быть красивой, то симпатичной даже можно быть. Да даже есть страшные, которые девчонки, они харизматичные, красивые, ну, не красивые, типа, а такие ухоженные. Ну, вот для парня вообще как бы... Как она вела
Так, 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 парфюм. Какой любимый парфюм, кроме Фрос? Какой, кроме моего любимого парфюма, любимый мой, любимый. Клайв Христиан 21. Каролина Херера. Good Girl, как там они? Good Girl Gun, что-то не помню, как они называются. Что еще у меня? Ну, Том Форды там тоже. Ну, табака ванил, этот он уже достал. У меня другие есть какие-то эти. Короче, я под названием слаба. Как перенесла ковид? Ну, он же давно был у меня. Ну, так, тяжко. Лев, это ваш молодой человек? Это друг мой. Из Киева. Так, черепенька, это красиво. Спасибо. Чем сейчас занимаешься? Работа, хобби. Все, что вы видите, всем занимаюсь. Вас блокировали с горем пополам, нашла. Так той страницы и нет, да, она снесена. Когда думаешь приехать в Луганск? Не думаю об этом. Блондинка на кострельце, все одинаково, хотя бы в мыслях. Вот так мне кто-то факи шлет, блок. Стрельцы, ну какие-то черты, да, схожи. Так, вроде же нормально общаешься, и сторис, и постов, как будто примерила роль стервочкой. Я и там настоящая, здесь настоящая. Понимаете? Если мужчина не пишет, что делать с ним дальше, общаться или не надо, да, может, не стоит общаться. Если мужчина не пишет, значит, он не пишет. Ну, типа, в смысле, как ты с ним будешь общаться, если он тебе не пишет? Киллианы. Ну, киллианы тоже, да, типа, разные у меня есть. И, ну, каждый по-своему. Я всегда вообще миксую все ароматы. У меня вечно где-то 3-3 намешано. Лер, не хочешь отвечать на вопросы про... Ну, я уже раз ответила. Ну, что, мне... Ну, просто я перестала с ней общаться. Просто наши пути, дороги разошлись. Все. Никаких там ни конфликтов, ничего не было. Просто так жизнь повернулась. Татань! О, Татань, это вообще бомба. Я хожу, я эти видео увидела, и вот это у меня Татань! Это я целый день с ним Татань хожу сегодня. А, так, ты не хочешь быть психологом? Я планирую... Ну, хотела бы, давайте, без планирую. Третье высшее психологию. Вот давайте юридически добью, а там уже посмотрим, о психологии поговорим. И тогда я буду тележурналист, юрист и психолог. Ё-моё. Так, как перебороть страх водить машину? Тоже уже отвечала, только ездить. Привет, пробовала косметику Сэмми Бьюти? Нет, не пробовала. Лера, прощала ли ты измену? Стоит ли это делать? Делать это нельзя. И проще, как я не, ну, это было не, это был как бы проект, и я единственный раз с ситуацией столкнулась. Это было там через неделю, как мы типа там начали что-то мутиться. Вот. Но опять же, в реальной жизни нет, не сталкивалась. У меня вообще все были шикарные мужчины в отношениях, которые меня любили, ценили и были верны, и с которыми я до сих пор в прекрасных отношениях. Я с некоторыми бывшими до сих пор в крутых. Это не импланты зубов, это виниры. Лера, завистливых дур много, ты просто красивая. Ну, эталон, наверное, красоты. Желчи ближе, да, только спрет из Латвии. Латвия, здрасте, спасибо вам за теплые слова, очень приятно. Лера, добрый вечер, почему без настроя, кто вас там обидел? Я вообще в шикарном настрое, это раз. А во-вторых, обидеть меня никому невозможно. У меня только мама может понять.